Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня я получил вот такую вот посылочку небольшую с пометкой «Осторожно». Прислана ЕМС Белпочтой. Отослали ее вчера. Пришла она сегодня. Вот по ссылке слышен писк. Как вы догадались, это у нас пчеломатки. Договаривались мы с человеком на 30 мая на посылочку на маток, но у него отказался клиент брать, и это остались 4 свободные матки, как раз вот я их и забрал у него. Будем вскрывать нашу посылку. Посмотрим, что и как. Вроде распечаталось. Так, что тут закрыто у нас? Одной рукой неудобно. Вот, открыл я. Здесь у нас бумага. Чтоб клеточки не бегали, не прыгали. О, бумагу убираем. Вот наши маточки с пчелами. Вон пчела погибла. И здесь... Так, матки целые. Смотрим. О, какие у нас клеточки получаются, соединяются. Заволновались. Здесь. Смотрим. О, матка наша залезла. Чтобы не погибла. Сейчас я ее достану. И здесь матка кормится, видно. Здесь матка живая у нас. Здесь. Вот она поет сейчас, матка, видно. Вот она, возле пальца, вот побежала. Здесь также матка целая, нормально. А вот здесь надо ее достать срочно, чтобы не пропала. Вот аппарат наш поставим. Ай, заваливается. Конечно, с такой доставкой должны были до дома привезти, походу. ЕМС доставка должны сами завозить. А они ждали, покуда на почту приду, заберу. Конечно. Так. Разъединить. Разъединяем. Сейчас я приоткрою, попробую, чтобы матку достать. Вот она, видно, в корме застряла в кормовом отсеке. Так, что тут, куда сдвигается? Пчел много. Бляха, чтобы не задавить ее. Так, чтобы вскрыть нам аккуратно, чтобы матку нашу не придавило, бо с кормом тащится. Заслонка это. Вот она, немного приподниму. Сейчас развернется матка и вылезет. О, вышла. Конечно, клеточки не очень получаются, не предусмотрены здесь до конца, как положено. Того, что вам скажу. Корм пчелы выбирают здесь и застряют. Вот наша маточка все-таки выжила. Наверное, если бы так посидела там сутки, то и пропала. Даже не сутки, а и 3 часов хватило. Вот пчела сразу за кормом туда пошла, где матка была. Вот маточка сидит у нас в центре этого кружка. Подниму я больше на свет. Фотоаппарата резкости особо нету. Ерундово видно. Ну вот маточка, она такая стала. И вяленькая, слабенькая. Это не плодки матки. Что
чтоб все нормально было. Думаю, ничего не повредило. Хотел я отодвинуть эту заслонку, аж гляжу, что мед тащится с этой вот стороны, прилипший мед, то ее просто смяло. Я приподнял крышечку край, и она вылезла аккуратно. Ладно, смотрим остальных. Сейчас я рассоединю клеточки здесь. Получается у нас такая вот. О, все. Все порассоединял я. Это вот жвавенькая матка, красивая, мне понравилась сразу. Светленькая, бегая. Вот она, о, в центре кадра ходит. К меду подошла, пошла. Ну, к меду лучше не лезь, что-то вот в меду пчелы пропадают, да? Позастревали. Вот здесь матка пошла в мед лезть опять. Залезла. Разворачивается, назад вылезла. Ну тут уже меда мало, пчел только там мертвые три лежат, то пространство есть. А вот та я взяла да застрала, здесь мало пространства, чуть не померла. Вот такая маточка спокойная. Здесь у нас тоже матка бегает. Вот. О, красивая такая, желтопузая, лапки светленькие. Знаю, что делать вот с этим отсеком, когда улей подставлю, чтобы не заклинило там матку эту. Я сейчас аккуратно возьму да почищу. Вот здесь матка пошла на корм. Заспевала какая-то. Так, в эту семью сегодня будем подсаживать маточку. Подсадим, наверное, вот эту его кволенькую. Что застравшая была. Или сейчас я пойду ее на другую клетку посажу, где старая матка была. А может и не, посмотрю, короче. Вот это, конечно, кормовые отсеки здесь не очень так предусмотрены. Пчелы погибают, застрают. Так пчелы-то ерунда, вот матки сами. Вот это спевая его матка. Что-то ее там застрало на крылышке. Что крылышко такое? Какая-то палочка. Видно на крыле. Какая-то ерунда торчит, что-то непорядок. Сейчас посмотрим. Пчел много, конечно. Можно было кормовых посадить поменьше, так они не так это. Не так бы бунтовали. Ну вот что-то у матки не нравится мне на крыле. Такое. Матка-то, конечно, красивенькая. А на крыле он прилипла какая-то палка. Надо ее аккуратно выпустить, да почистить. Ну, это дела уже буду делать. Снимать не буду, вот видно. Вон такая беленькая штучка маленькая. Это какая-то треска прилипла к ней. О, пошла в клетку. И здесь заспевала маточка. Короче, на этом будем заканчивать. Кому было интересно посмотреть на маток Бакфаст, это неплодные матки. Вот они ходят. Красивые. Кто разбирается, разберется, где матка. Эту мы сейчас побачим, что-то ее там застрало. Эта маточка вот тоже жвавенькая, хорошая вот. Видно. Пищат матки. И здесь вот в корме сидит она, в корм залезла. Здесь матка у нас где-то не видно. Сховалась он. Кучу внутрь. Ладно.
Я аккуратно сейчас матку попытаюсь эту выпустить. Вот где, с чем-то где-то она. Во, бегая. Какая-то палочка к ней прилипла к крыльям белой. Не знаю, что это такая. Надо аккуратно посмотреть. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что интересует вас. Всем удачи, до свидания.